Тогда у меня есть вопрос по поводу ума. Вот вы задавали как бы сами себе вопрос о том, что значит тупой человек, но что значит умный человек? Как определить ум, какими категориями он вообще определяется? Хороший вопрос, и как и на все хорошие вопросы, на него практически нет ответа, потому что это вопрос конвенции. Это как мы договоримся? Вот кого мы будем считать умным? Того, который хорошо приспосабливается к жизни, например, да? Он знает, где как себя вести, знает, как нужно жизнь свою построить, чтобы быть обеспеченным, там, жить в хорошем доме, иметь хорошую работу и так далее. Но при этом, если вы с ним заведете разговор типа того, который мы ведем вот сегодня, то окажется, что он не понимает ничего, как бревно просто, вот не понимает вообще. Поэтому это говорит о том, что есть разные типы интеллекта и разные типы ума.